Всем привет! С вами Кононова Аня и интернет-проект Faberlic Online. Сегодня мы с вами поговорим о тех вещах, которые я часто заказываю в дом. Уже их полюбила, ни на что их не променяю. И также о новых наклеечках, вот таких вот. Это наклейка «Снеговики». Артикул 113-10, размер у нее идет 30 на 40 сантиметров. Она идет без клеевой основы, подходит для стеклянных, зеркальных, полированных поверхностей, не оставляет следов. Многократного использования можно, если при вот тут вот написано в аннотации, что нужно обязательно, наклейки могут использоваться повторно при соблюдении условий хранения, да. Вот, сейчас я вам увеличу аннотацию. Вот смотрите, что тут написано, да, то есть способ применения легкий. Аккуратно снимите выбранную наклейку с подложки, приклейте на выбранную поверхность, прижмите наклейку с небольшим усилием. И важно все это соблюдать. Написано «Внимание! Перед приклеиванием убедитесь, что выбранная поверхность чистая, сухая, без следов жира, пыли и других загрязнений». Но это понятно, потому что если будет жир, то она отклеится. Если будет какое-то загрязнение, пыль, что-то насохшее, то оно будет создавать пузырики, да, у вас, и тоже начнет отпадывать. Вот, поэтому, да, это тут правильно. Подходит для окон и зеркал. Наклейки, я на дерево, я уверена, что она не подойдет. Наклейки не оставляют следов на поверхности, это так. Наклейки могут использоваться повторно при соблюдении условий хранения. Этот продукт не является игрушкой, может представлять опасность удушья для маленьких детей. Ну, не знаю, что тут, какое удушье, может быть, проглотить или себе на рот наклеить, на нос, может быть, или пакет на голову надеть. Я точно не поняла, что за удушье, да, вот. Такие вот наклеечки. И давайте мы их с вами протестируем. Я взяла зеркало. И сейчас вот давайте звездочку попробуем. Она полностью без клея, без всего. То есть это обычно, да, и вот так вот. Вот так вот. И вот она уже наклеена. То есть захотели отклеить, следов никаких не остается. Приклеиваете тут. Да, давайте с другой стороны. Ну вот, в принципе, такая вот красота. Я думаю, что можно ее клеить сколько угодно, где угодно, лишь бы ее жирными пятнами не замарать преждевременно, да. То есть, ну что, это, конечно же, только детская комната. Обязательно сделаю фото, выложу в Инстаграм. У меня есть ссылочка в инфобоксе под этим видео на Инстаграм. Заходите, буду туда выкладывать такие вот классные фотки на окне. Я думаю, что всем понравится. Наклейки без проблем. В прошлом году были наклейки, знаете, очень такие клейки. Там были снежинки, еще что-то. И когда я их заказала, у меня были сложности, да, чтобы их убрать с зеркала, убрать с двери. Дверь была стеклянная и со стеклянными такими вставочками. Вот. И что я сделала? Мне посоветовали фен. Я нагрела феном, и они сами легко, без пятен, абсолютно отошли. Вот. Поэтому все наклейки, я думаю, что будут классные. Это я заказала и себе, и мужу. Почему так говорю? Потому что муж тоже такие носочки когда-то просил. Носочки для экспресс-педикюра, быстрый эффективный педикюр, интенсивное увлажнение и питание кожи ног, естественное восстановление ногтевой пластины, смягчение кожи и кутикулы. Это классные носочки, в них можно ходить, передвигаться, пакетики очень крепкие. А тут идет два таких мешочка, они идут с завязочками на щиколотках, да, чтобы вы смогли их завязать и в них ходить. Вот, его мужская нога туда плохо входит, все впритык, поэтому он сидит. А способ применения тоже легкий, простой. А тут нужно, артикул 2148. Их нужно сначала ножки помыть, чтобы они были полностью сухие. Я их, если честно, еще распариваю, потом хорошенько вытираю и потом надеваю. И
15-20 минут я в них хожу, нахожусь, могу сходить из комнаты на кухню, налить себе кофе. На моей ноге они прочно, они не рвутся. Вот. Написано, что носочки рассчитаны на 1-2 использования. Вот. В принципе, лучше, конечно, чтобы это было одно использование. Сначала мешочек наденьте на одну ногу, потом на вторую, а второй мешочек на следующее время оставьте. Мне кажется, что как-то не совсем это хорошо на два применения. Но раз написано, значит можно, да? И при герметичном хранении рекомендуется использовать не менее 1 раза в неделю. Использовать только для наружного применения, ну и так далее, и так далее. Тут идет состав, срок годности. Вот, носочки от себя, что могу сказать, очень хорошие, классные ножки, становятся молодые такие, хорошенькие, мягонькие, с ними проще делать, если что-то осталось после педикюра, да, допустим, то с ними очень легко делать потом педикюр, там, убрать что-то ненужное с них, поэтому я их заказываю часто. Вот, не всегда они, кстати, есть на складе, это значит говорит о их востребованности. Но в принципе серия про ноги, когда ее выпустили, в наличии ее не было очень долго, да, то есть ее разобрали быстро, я урвала по ВИПу, потом ее долго не было, сейчас и то частенько не бывает, потому что вещь на самом деле классная, и я считаю ее востребованной, потому что всем, кому бы я, вот подруга тут пришла ко мне лето, она ходила в босоножках, конечно, очень красиво, ножки в босоножках, сделан педикюр, рисуночки на ноготочках, все здорово, классно. Я смотрю на ее пятки, что случилось? Пятки отшлифованы, все здорово, но там глубокие, до крови прямо были вот эти вот дырочки, да, у нее трещинки на пятках. Вот она говорит, я не знаю, что мне делать, все крема перепробовала. И вот вы знаете, от Expert Pharma очень хорошо помогают вот такие крема, да, вот там есть специально и для пяточек, специально для ножек крема есть, да, специальные скрабы какие-то есть. И вот эти вот носочки для экспресс педикюра. Я ей две пачки подарила и сказала, говорю, сделай вот сегодня придешь и сделай через 3 дня. И вы знаете, больше она не делала, и с ногами у нее все в порядке. Expert Pharma она так и не купила. Вот. И сейчас она у меня все время эти носочки просит, заказывает все время, вот практически все время. И так как я их заказываю для нее, она вот поэтому и говорю, что их частенько на складе не бывает, их разбирают, они востребованы очень. Далее, опять-таки, заказала уже не в первый раз средство для очистки духовок и плит. Им пользуется и моя свекровь, и моя мама, и моя сестра. Вот, средство отличное, замечательное. Единственное к нему нарекание, оно разъедает ручки, поэтому лучше всего использовать в перчатках. Ну, что я могу сказать про это средство? Это средство, грубо говоря, для ленивых. Почему я так говорю? Потому что вы замочили им и потом удалили через 15 минут, но не ждите, пока оно высохнет, сохнется и так далее. Да, то есть кашляет у меня тот муж, заказали аппарат Денос ПКМ, и разобраться в нем не можем, поэтому я уже, то что муж и ручкой, поэтому я уже попросила мужа, чтобы он мне разобрался, и вот он сейчас сидит тут, соображает ночь полночь с этим аппаратом. Да, делает умный вид. Вот. Далее, значит, что делает это средство для духовок и плит? Оно удаляет жировые пятна с плит из металла, керамики, духовок, грилей, решеток, газовых горелок. Вот вы знаете, раньше мы в семье спорили, кто будет мыть микроволновку. Или дочка, или я. Да, то есть, а сейчас просто намазали, ушли, потом пришли, смыли. То есть вообще проблем не стало с этим средством. Артикул 100. Так, 4 единицы 9 артикул, вот, то есть оно идет
экологически чистые, биоразлагаемые, не наносят вреда окружающей среде. Вот, меры предосторожности тут почитайте внимательно. Оно идет с защитной крышечкой, да, то есть смотрите, я не могу открыть, пока не нажму, да, то есть нужно обязательно нажать, чтобы открыть. Далее состав, вот смотрите, да, тут сода каустическая, сульфат жирных кислот на основе пальмового масла, ну и так далее, да, то есть такая не особо-то щадящая вещица, пусть и биоразлагаемая, экологически чистая, но пользуйтесь перчатками, да, вот обратите внимание именно на состав. Способ применения тут легкий, да, то есть больше получаса не ждите, если вы залили плиту, да, если даже она сильно пригорела, лучше подождать минут 20, да, потом это все смыть и снова залить, да, то есть чтобы уже новый слой отмокал, да, всякое бывает, у нас раз уплыло молоко и так сильно нагорело, что приходилось даже и 3 раза заливать. Но факт в том, что и этим средством не надо скрести, и это круто, это здорово. Оно идет такое прозрачное средство. Так, я сейчас сама, наверное, даже, а вот, открыла. Оно идет такое прозрачное, жидкое. То есть в применении оно удобно. Да, то есть вот такое вот прозрачное, жидкое. Ну, не совсем, конечно, жидко, густоватый. Вы можно и водичкой разбавить, если вы замачиваете, да, то есть не обязательно чисто им. А, вот, значит, заказала 2 штуки, потому что опять-таки оно закончилось. А, я что-то вот в связи с последними событиями, с огромной кучей новинок от Флоранж, от Деноса, от Рогова, от Юдашкина, от Ахмадулиной, что-то вот совсем забыла, что у нас средства-то не бесконечные, в шкафу стоят, и все закончилось, и я все по 2 штуки взяла, вот представляете. Далее, конечно же, средство чистящее для туалета, тоже средство, грубо говоря, для ленивых, налили, подождали минут 15, дернули, все чистенько, да. Артикул 112-25, оно не бьет в нос, оно тоже экологически чистое, биоразлагаемое, не наносит вреда окружающей среде, да, то есть вот этот значок, да, интересный очень, вот, использовать только по назначению, тут написано, да, есть условия хранения, способ применения, вот, оно еще идет, дезинфицирует, да, то есть оказывает дезинфицирующее воздействие, устраняет неприятные запахи 100%, придает поверхности белизну и блеск без царапин и повреждений, да-да-да, специальный грязеотталкивающий компонент формулы сохраняет поверхность чистыми более длительное время, не содержит хлора и фосфатов. А, то есть смотрите, тут есть такая формула, когда вы один раз помыли, и если вы на постоянку пользуетесь этим средством, то следующее очищение будет уже намного проще. Также я им несколько раз уже мыла ванную комнату, потому что средства для ванны я тоже иногда забываю заказать. Вот. Далее, значит, мое средство концентрированное с экстрактом алоэ вера для мытья посуды. Тоже это средство люблю, но серии 0+, подходит для мытья детской посуды, бутылочек, овощей, фруктов, легкий природный аромат. Также у меня ребенок любит автоматические машинки по мыльным пузырям, и я туда именно это средство наливаю, знаю, что оно безопасное. Да, то есть далее, значит, концентрированное средство с экстрактом алоэ вера, руки от него все равно, вот вы знаете, немножко сохнут, но его, по идее, рекомендуется разбавлять 1:3, 1:4, 1:2, а я так просто мою, я никогда не разбавляю. Так и вот оно у меня стоит всегда, так вот я его открыла, и на губку капнула маленькую капельку, капните большую капельку, у вас все будет в пене, посуду там в пене не найдете, потому что оно концентрированное, поэтому будьте осторожны, да, то есть... Смотрите, этим средством также можно мыть фрукты, да, любые фрукты, овощи, кто не знал. Способ применения, ну, понятно, он легкий. Вот видите, написано 1:2 или 1:4 разводить. Вот, и состав. Состав вот такой вот, как бы, нормальный состав, безвредный. Вот. 500 миллилитров, но если его разводить хотя бы 1:2, это уже целый литр, и это...
на мой взгляд, очень экономно, более экономно, чем в магазине. Да? Хорошее средство в магазине стоит тоже как бы не так уж и дешево. Далее, ультракондиционер с аромакапсулами, один флакон 30 стирок, взяла именно его, он был по акции. Он смягчает белье, да, облегчает глажку, да, придает белью нежный цветочный аромат, ну, очень нежный, очень цветочный. Единственное, что, тоже обратите внимание на то, что он идет с аромакапсулами, его нужно совсем немножко капать. Если вы его капнете много, то у вас белье, оно не будет с нежным цветочным ароматом, оно будет вонять у вас на всю квартиру, потому что аромат реально такой, как будто концентрированный, его надо совсем немножко добавлять. Артикул 110.37, вот, да, то есть тут идет аннотация, да, насколько, на какие ткани, сколько добавлять. Но вот вы знаете, еще что мне нравится в нем, то, что и под него не нужно ничего там отдельное. Я просто беру вот колпачок, наливаю. И тут, как вы видите, вот в колпачке есть такой как бы дозаторик, да, и если у вас что-то остаются, какие-то остаточки, вы аккуратно сливаете, закрываете, ничего не проливается. Как бы флакон, да, вот тюбик, да, или как его назвать, остается всегда... Ой, прям очень вкусно, я очень люблю этот аромат, да, то есть у вас он остается всегда свежим. И средство концентрированное, хоть оно и концентрированное, оно у меня закончилось, когда мы переезжали в квартиру пару месяцев назад, мы этим средством много что мыли, да, то есть мы мыли мягкую мебель этим средством. Не только оно очищает ковры, да, вот оно на самом деле хорошо справляется со своей задачей. Артикул 112.51. И также мы мыли ковролин на балконах после других жильцов. Балконов у нас два, поэтому средства ушло много. Мыли два раза, все промывали. Ковролин решили оставить, потому что он сам по себе красивый, но грязный был очень, потому что ремонт, все туда-сюда бегали, и ковролин заморался, потому что мы полностью сдирали обои, и все, тут и шпаклевка, и белила, и клей, и так далее, и так далее. Вот, значит, способ применения у него легкий, да, вот давайте я вам сфокусирую, почитайте обязательно. Вот, состав тоже такой щадящий, тоже биоразлагаемый, экологически чистый, растительное сырье, безопасно для человека, да, и 500 миллилитров. Ну, понятно, что оно концентрированное, и вы долго его будете расходовать, пенится оно здорово, и лучше всего им даже немножко позамачивать. Не просто вот вы начали мыть и трете-трете. Нет, вы его нанесите, распределите, может быть, губкой промокните, и минут, может быть, через 5-10 уже начинаете мыть, тереть. Тогда, конечно, пятна отходят намного быстрее. Вот, и эффект нормальный. Кстати, он пахнет, даже уже забыла, как он пахнет. Пахнет таким свежесть, такая легкая, такая приятная, такая вот, как даже сказать, еле-еле уловимая. Ну, я люблю вот и такие ароматы, я очень люблю. Вот, далее, значит, вот я заказала кофточку, сейчас пока ее на себе не покажу, дома бардак, хочу просто показать вот эту вот ткань классную. Платье я это оставляю, да, смотрите, какая вот прям классная. Мужу не понравилось, сказал, слишком ярко, на камере оно красное, на самом деле оно такое малиновое-малиновое. Да, то есть камера исказила цвет, лучше я вам на дневном свете завтра перед камерой покрасуюсь. Ну, я его оставила, оно чуть ниже колена, такое симпатичное платьишко. Вот, ну что ж, с вами была Кунинова Анна, украшайте дом, пусть он у вас всегда будет чистый, без особых трудозатрат, да, пусть ваши ножки будут красивыми. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите какие-то вопросы свои. Буду очень рада вас проконсультировать и ответить. Эту продукцию я уже знаю очень хорошо, потому что в компании Faberlic я уже 3 года. Практически скоро будет 26 ноября, 3 года. И с удовольствием вам что-то посоветую подобрать в дом, то, что вам хочется. Всем пока-пока, спасибо за внимание.